облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. А сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот не задача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. Пустились в погоню за скрывшимся участником ДТП очевидцы на улице Лепсе. Водитель Hyundai Solaris устроил аварию с двумя машинами, но останавливаться не стал. После короткого преследования лихачу все же удалось скрыться. С остальными участниками происшествия пообщался Павел Москвин. Водитель Toyota Павел возмущен наглостью водителя Hyundai. По словам молодого человека, лихач выехал со двора и подрезал японский автомобиль. Просто нажимал по тормозам, потому что он только выехал. Меня просто задевает зеркало и под фуру откидывает. И он просто стоит сначала, я уже стою, он начинает ехать. По словам Павла, после удара водитель белого Соляриса проехал несколько десятков метров вперед и остановился на парковке. Видимо, торжает на том, или ручник нажал, у него машина покатилась. Он дождал, когда на бордюр ударится, выходит и начинает говорить: «Ты куда едешь?» Я такой говорю: «Куда?» Я говорю: «Ехал по своей полосе, ты выезжаешь со двора территории, ты что не смотришь?» Угу. Он просто говорит: «Ладно, мне ехать, надо садиться». Ему все говорят, типа: «Куда поехал?» На «Тойоте» повредилось несколько элементов. Водителю предстоит серьезный ремонт. Недешево обойдется и восстановление «Скании». По словам водителя грузовика Валентина, лихач на белой иномарке, что называется, ушел по-английски. За ним погнались, догнали, мне ведь некогда к клиенту надо ехать, еще пьяный ехал. Он мне колесо ударил, фару сломал, ну там повреждений много. Сейчас скрывшийся водитель в розыске. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав и штраф. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.